Юристом Юлия Павловна Шевцова мечтала стать с детства и уже в школе готовилась осуществить свою мечту. Поступила в юридическую академию имени Кутафина, затем с отличием закончила ее. Первым рабочим местом Юлии Павловны стал политехнический техникум. Работа в техникуме мне дала колоссальный опыт общения с людьми, умение владеть аудиторией, готовиться к выступлениям, общаться с людьми. Поэтому это были очень хорошие годы моей жизни, и я благодарна тем учителям, которые были со мной в то время. Затем Юлия Шевцова получила новое место работы в администрации района, где и сейчас продолжает трудиться, возглавляет правовое управление. Работа в администрации очень интересная и многогранная. Нужно уметь работать с документами и людьми. Необходимо ориентироваться в законодательстве и знать большое количество нормативно-правовых актов. Как известно, руководители – люди строгие. А какой начальник Юлия Павловна? Я не считаю себя строгим руководителем. Я стараюсь прислушиваться к мнению моих коллег, сотрудников управления, и всегда считаю, что критика также должна быть восприниматься для того, чтобы сделать выводы и двигаться дальше. 30 ноября в Вологде проходил официальный прием, посвященный Дню юриста. В правительстве Вологодской области были награждены лучшие юристы области, сотрудники прокуратуры, адвокаты, а также сотрудники правительства. Среди награжденных Юлия Павловна Шевцова. Начальник правового управления вошла в число трех лидеров, участвовавших в конкурсе «Юрист года». Для меня это большая честь и большая благодарность тем людям, которые оказали мне честь поучаствовать в этом конкурсе. В первую очередь моему руководителю, главе администрации, а также членам Ассоциации юристов России, правительству Вологодской области. Ну и, конечно же, это награда наша общая, юристов администрации. Коллектив правового управления не маленький. Под руководством Юлии Шевцовой работает несколько специалистов. О своем начальнике коллеги отзываются уважительно. С Юлией Павловной Шевцовой мы работаем в течение 5 лет. Работа всегда у нас слаженная. Всегда можно обратиться к ней за какой-либо помощью. Грамотный специалист, который зарекомендовал себя не только на муниципальном уровне, но и участвует в различных конференциях. Кроме рабочих моментов, я знаю ее как маму. Мама, она многодетная, она очень заботливая, то есть как бы всегда я вижу, что она значительное время помимо работы уделяет своим детям, то есть с нее, как с мамы, можно взять пример. Она всегда участвует в каких-то мероприятиях. Например, вот даже мы сдавали в этом году нормативы ГТО, то есть Юлия Павловна и в этом себя очень хорошо проявила. Она заработала своими показателями золотой значок. Не останавливаться на достигнутом – девиз Юлии Шевцовой. Спектр обязанностей у нее расширяется. Сейчас Юлия Павловна занимается вопросами опеки и попечительства, а также входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних. Завтра, 3 декабря, день юриста. Пожелаем этим специалистам успехов в работе, семейного благополучия и карьерного роста. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.